В Мончегорске на центральной площади распахнула двери нордическая выставка. В ассортименте последние зимние модели, скидка на которые доходит до 70%, и новая демисезонная и летняя коллекция. Приглянулась мне такая легкая дубленочка, но я и решила ее приобрести, потому что она очень красивая, легкая, для нашего возраста самое то. В середине июня акцент ярмарки на весеннюю одежду. Такую, чтобы не продувалась северным ветром и не создавала эффект парника. Сейчас большой популярностью пользуются облегченные финские и греческие дубленки. Они идут на демисезон, выдерживают температуру от минус 5 градусов до плюс 10. В чем преимущество? Это идет тафтинг овчина, то есть хлопковое основание и натуральная шерсть. Примерить и выбрать куртку, ветровку или пальто на этой неделе можно в Мончегорске. Выставка работает со среды по воскресенье с 10 утра до 8 вечера на проспекте Металлургов, дом 34.